Яблоко и корица. Кажется, что это сочетание было всегда. Выпечка с ними отличается особенным ароматом и слегка пряным вкусом. Давайте повторим это снова. Только возьмем новый рецепт, например, этот. Посмотрите, как приготовить яблочные слойки с корицей. Если у вас есть готовое тесто, то рецепт покажется вам простым. Только начинку мы немного подготовим, чтобы она была помягче. Еще во вкусе будет немного кислинки благодаря цедре лимона. С чаем и джемом такая выпечка разлетится моментально. 1. Подготовьте начинку. Яблоки почистите и нашинкуйте кубиками. Выложите их в сотейник и влейте воду. Проварите фрукты пару минут до мягкости. 2. Затем воду из-под яблок слейте и оставьте на потом. Сами плоды перемешайте с корицей, сахаром и цедрой. 3. Тем временем размороженное тесто разрежьте на одинаковые квадраты. 4. Потом в центр каждого кусочка выложите начинку. 5. А края смажьте оставленным яблочным соком. 6. Теперь слепите изделие с третьих сторон. 7. По желанию немного присыпьте слойки сахаром. Сделайте сверху несколько надрезов на тесте. 8. Выпекайте слойки 25 минут при 200 градусах в духовом шкафу. Приятного чаепития!